Спорткоманда России приступила к новому масштабному проекту «Промышленность и спорт». Цель – популяризировать спорт и здоровый образ жизни при помощи мастер-классов чемпионов. Первым секретами мастерства поделился олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес. Занятие во Владикавказе было приурочено к национальному первенству среди юниоров. Во время тренировки золотой медалист Сиднейской олимпиады уделил особое внимание психологии, объяснив молодым атлетам, как правильно концентрироваться на схватках. Также он показал ряд приемов, которые позволят провести результативную атаку даже против опытного соперника. Почаще бы приходили такие звезды такого уровня, олимпийского уровня. Ребятам всегда интересно, когда к ним приходит такого уровня борец. И есть чему учиться. В этом возрасте закладывает свой характер человека. А в этом возрасте уже у них, вот нам тренерам везет, что у них уже физическая подготовка уже на хорошем уровне. И в этом возрасте они еще не знают свой предел. Это, то есть тот полет спортсмена, который не контролирует никем, кроме самим, и свой потенциал вместе с тренером раскрывает.